Послушание выше поста и молитвы. Но если на послушании все силы отдал, а на правиле засыпаешь, и потом к причастию не можешь идти, или правила выполнил, но холодно, без внимания, что делать? Как правильно поступать? Или спрашивать благословение в каждом конкретном случае? Как избавиться от ропота, малодушия? Вот эта фраза «послушание выше поста и молитвы», я бы ее прокомментировал так, что я думаю, что послушание без поста и молитвы невозможно. Вы надорветесь, просто неся послушание, просто мобилизуя себя, надрывая. Вы надорветесь. Должно быть вдохновение, которое позволит вам вынести тяжелое послушание. А вдохновение от духа, от молитвы должно быть. Поэтому, когда вот так говорят начальствующие, послушание выше поста и молитвы, иди трудись 28 часов в сутки. Ну, это кончится надрывом. Надо человеку дать и молитву. А то, что вы приходите, и вечером у вас направили, нет внимания, вы сосыпаете, в это время вы просто творите понуждение ради Христа. И это тоже очень хорошая молитва. Молитва – это не только состояние созерцания или сугубого внимания. Понуждение на молитве, терпение – это тоже молитва, и тоже очень-очень-очень хорошо. Это дает очень хороший опыт молитвы. Поэтому не нужно отчаиваться, что у вас, и тем более не идти на причастие. Если вы все-таки понудились, но у вас не получилась внимательная молитва, если вы несколько раз нечаянно просто выключились, заснули, потом проснулись, опять пытаетесь молиться, это хорошо.